Меня зовут Глафира Жук. Я была журналисткой газеты «Народная воля». Сейчас я уехала из Беларуси и живу в Киеве. Работаю в Белорусской ассоциации журналистов и пишу для нашей Нивы. Летом этого года я отсидела в белорусской тюрьме 30 суток. Меня задержали спустя 2 недели после того, как я сделала репортаж суда по делу студентов. Мы находились в белорусской тюрьме в нечеловеческих условиях. Спали на полу. Нам не давали вещи, средства личной гигиены. В двухместной камере находилось 15 человек. Более 500 раз после выборов силовики задерживали журналистов. Более 130 коллег были осуждены по административному делу. 68 коллег столкнулись с насилием или были ранены. 29 представителей медиа сейчас находятся в местах лишения свободы. Белорусскому медиасектору сейчас требуется помощь в долгосрочной релокации, поддержке реабилитационных программ, визовая поддержка, поддержка легализации белорусских журналистов и финансовая помощь.